На конкурс дети читают стихи. Смирина Алиса, 14 лет, город Рязань. Виктор Кочетков, в сожженной деревне. Под громкие крики ворон грачей в мудром деревню входили. Маячи ностовы черных печей, руины устало чадили. И в редком разбросе лежали тела в тени колоколенки древней. Как будто бы смерть неохотно брала и сам с Белгородской деревни. И в этом еще недотлевшем аду, где горе уже накричалось, под старой березой у всех на виду племенная люлька качалась. Играла малиновый медью колец своим искусственным небесным, и тихо сидел годовалый малец, той зыбки, плывущей над бездной. Нет, он не кричал, ни о чем не молил, ко рту подтянув кулачонки. И Петя, пропавший бедой, шевелил седые его волосенки. Как свечка обугленный тополь горел, и хлопья с него упадали. А тихий мальчонка смотрел и смотрел под какие-то дальние дали. Поверх этой битвы и этой войны, поверх современности грозной, далекие дали, что нам не видны, смотрел не по-детски серьезно. Как будто дорогу свою примечал, забыв даже складывать слезы. А зыбка, как лодка, оставив причал, стучала о скосах берез. Я знаю, и вера и правда живет на нашей планете небесной. Покуда та зыбка, та лодка плывет над гарью, над смертью, над бездной.